суток, дорогие зрители. Продолжаем строить Аврору. Пришло время, как говорится, к самому интересному. Это такелаж. Вот. Приклеил я мачты. Не знаю, насколько видно или нет. Попробовал сымитировать на мачтах ограждение. На фотографиях, я думаю, будет более четко видно. Еще прокрасил там, где стеклышки на иллюминаторах. Потом еще попробую смывочкой пройтись, чтобы они выделились немного. Теперь главная задача — начать вязать такелаж. Начну я с труб. Вот. А, ну, если кому интересно, ограждение делал вот из такой штуки. Это москитная сетка. Из нее же планирую потом сделать ограждение уже на самом корпусе, на палубе. Вот. Эти не стал спиливать. По-хорошему надо было бы тоже их спилить. Вот. Ну, для того, чтобы начать работу, мне нужно будет для некоторых нитей сделать такие, как, ну, ступора с той с обратной стороны палубы, ну, чтобы можно было привязать до вот истянутого литника. Надо будет сейчас еще несколько штучек сделать. Заодно покажу, как это делается. Для тех, кто не знает, будет, я думаю, полезно. У самого, правда, не всегда получается. Но это, как говорится, приходит дело с практикой, с опытом. Экспериментировать надо, практиковаться. Вот. У меня много всяких остатков от литников. Вот, к примеру, такие вот беленькие есть от Титаника. Вот сейчас попробуем сделать, вытянуть. Для этого свечечку возьмем, чтобы нагревать. В принципе, как тавтология получается. Метод довольно-таки несложный. То есть нужно нагреть литник и потихонечку его вытягивать. О, порвался. Такое тоже бывает. Как только он начал уже упираться, в принципе, этого уже достаточно.
Ну, для моих целей так, такой подойдет. Ну, сейчас попробуем еще. Вытягиваем его. Вот все, он начал сопротивляться уже. Тонкие нити. Это главная практика, как говорится. Тренировка и практика. Использовать тянутый литник можно не только того, чтобы делать какие-то стопора или еще что-то, ну, можно использовать для тех же сварных швов имитации. Мне, в принципе, не так много его надо. И довольно-таки, в принципе, толстый нужен. Теперь сейчас я готовый уже обрежу. Подойдет совершенно любой пластик, остатки от ваших моделек, от литников. Вот. Это, к примеру, томиевский пластик серый. Белый — это от Титаника академовский. Самое главное, чтобы он был ровный. Без всяких вот таких вот, вот я здесь пробовал просто. Главное, чтобы вот этих не было всяких штучек. Тогда он будет ровненький. И что самое, как бы, примечательное в этом деле. То есть, какого сечения у вас сам литник, допустим. Если взять прямоугольный, он будет прямоугольный вытягиваться. Ну вот, нарезал я части тянутого литника. Они мне послужат стопорами для нитей. Там, где будет больше двух нитей через одну дырку. Все будут привязывать двойные. А одинарные, в принципе, привязывать мне не обязательно. Вот. Пока это отложим в сторонку. Чтобы они не мешались. Теперь надо начинать с труб.
что их еще надо будет, помимо того, что связать, так еще и склеить, как вы помните. Все они вот такие вот должны получиться. Если кто смотрит именно эту часть первой, напомню, что конструкция, точнее не конструкция, а схема такелажа на трубах такова, что получается средний ряд и верхний ряд тросов. А из-за того, что очень узкая труба, ну, будет очень сложно, точнее даже практически невозможно натянуть средний ряд, если сразу склеить. Ну, просто физически попасть невозможно будет в дырку. Поэтому надо сейчас постараться это сделать частями. То есть сперва одну половинку трубы, потом вторую, ну и склеить. Чем я сейчас и займусь, в принципе. Вот. Буду это показывать на ускоренном видео, без комментариев, чтобы вам не было, как говорится, нудно, потому что процесс это не быстрый. Вот. И я так думаю, что я покажу сам процесс на трубах, а мачты и все остальное я уже покажу готовый результат. То есть таким образом. Приятного просмотра. Ну вот, продолжаем заниматься Авророй. Извините, но пришлось переиграть немножко хронологию. Причем, когда начал делать первую трубу, в общем, обнаружил то, что этот процесс довольно медленный. Это раз. Во-вторых, очень много ненормативной лексики вырывалось в процессе установки первой трубы. Поэтому я решил не снимать этот процесс. Вот. И вообще я сейчас, ну, довольно большую работу проделал вне кадра. Сейчас про нее расскажу, но объясню, что я сделал. И основная мысль в чем? То есть в этой серии я не буду вязать мачты. То есть переложим ее на четвертую серию. Вот. Из проделанной работы, ну, сами мачты закрепил, то есть полностью. Столкнулся с проблемой. В чем? Как вы помните, они состояли из двух половинок. И мне пришлось делать как? То есть я крепил эту нитку, допустим, закрепил под палубой, пропустил в одной половинке параллельную ей на другом борту, то же самое через свою половинку. Так вот их все перекидал. Потом вот эти центральные тросы, верхний и средний, они идут с одного борта на другой. То есть они вот так пересекают внутри как раз эту трубу. И приходилось, вот я их пропустил, соединил, потом склеил, трубу поставил, натянул, закрепил снизу. В общем, уйму времени уходило на одну трубу. Весь процесс привязки этих труб занял, наверное, дней 5,
если не больше. Плюс параллельно, пока там все это сохнуло туда-сюда, решил сделать вентиляционные трубы, доделал, сделал мост, вот этот, который идет с одного клотика на другой, или как он там называется. Ну и мелочевку всю покрасил, поставил там вот эти всякие лесенки, спасательные круги, пушечки вот эти зенитные. Вот. Ну, под шлюпки фиговины вот эти вот, не знаю, как они называются, балки, не балки. И когда вроде как провязал все трубы, установил все вентиляционные эти трубы, потом начал делать мост, ну, точнее, уже сделал, уже покрасил, начал его устанавливать, и, блин, пришлось отрывать, короче, все мои старания. Получается, вот эти 4 трубы оторвать пришлось, с другой стороны одну трубу, иначе он просто не вылазил. Это косяк не того, не производителя, это косяк инструкции. То есть там непонятно, в какой последовательности что должно крепиться. Просто сумбур такой нарисован, что куда, а что зачем не нарисовано. Попытался сымитировать ограждение, не знаю, насколько получилось или нет. На фотографиях, я надеюсь, будет потом получше видно. На самом мосту, здесь вот тут, где компас, где дальномер. Ну, где компас, немножко подзагадил ее, потому что получилось очень много клея, нафуговал. И он, когда застыл, получилось, залил эти дырки. Вот. И там сплошняком получилось, когда покрасил. Вот. Такие вот пироги. Еще столкнулся с проблемой тоже насчет инструкции связанной. Когда ставил шлюпбалки, во-первых, ни одна шлюпбалка не указана, на какую длину должна уходить на корпус. То я уже чисто по фотографиям воспринимал. Плюс вот эти большие краны для катера тоже по фотографиям пришлось их устанавливать, потому что на инструкции не написано, в какой позиции они должны быть вообще. Все с одной стороны приладил, с другой, что, блин, не то. Потом на фотографиях глянул и уже сделал. Причем совет тем, кто будет строить этот корабль именно от огонька, не от камбрига, запаситесь фотографиями, как современной Авроры, так и старыми, потому что без них никуда. Настолько непонятная инструкция насчет положения в некоторых моментах. Ну, сделал, что еще, покрасил я винты. Ну, тут плохо видно, наверное. Вот. Теперь, наверное, в следующее видео я это все-таки помещу. Не буду я перегружать это видео, получится очень много. Наверное. Да и, в принципе, объем работы здесь приличный уже сделал. С
смешивать неохота. Поэтому, наверное, в следующем видео покажу, все-таки постараюсь показать привязывание самого такела же, не крепление его там к палубе, а уже непосредственно на мачту. Вы уж извините, что так получилось. На этом все, наверное. Кому понравилось, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы по этой модели или еще почему-то там, задавайте. Если кому-то нужна какая-либо помощь, я помещу в описании свою страничку ВКонтакте. Можете связаться со мной через нее. Всегда готов помочь информацией, советом. Всем спасибо. Всем пока.